Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре набор от компании KingFest TD KSD-108 на 108 единиц инструмента. KingFest TD — это компания из Тайваня, выпускает на полупрофессиональный инструмент. То есть инструмент применяется для личного использования при ремонте или обслуживании автомобиля. Комплектация в данном наборе стандартная на 108 единиц, то есть не отличается от других аналогичных наборов. Поставляется в такой вот картоновой упаковке, как вы видите здесь, KingFest TD, Auto Tools, KSD-108, ну и здесь у нас указано Top Line, то есть, то, что качественный инструмент. Вот такая упаковка. По комплектации. В комплекте идут две трещотки на 24 зуба. Рукоятка резина-пластик, по бокам резиновые накладки, сама рукоятка пластика. 24 зуба, есть быстрый сброс головки, реверс вправо-влево. И здесь, как вы видите, написано KingFest TD. Хотелось бы отметить, что для такого набора недорогого трещотки здесь очень качественные идут. Они разборные, люфта совершенно нет, когда вот трясешь трещоткой. Поэтому по качеству и по отзывам данный инструмент заслуживает внимания. И трещотка под квадрат 1,4. Также 24 зуба, есть реверс, есть быстрый сброс. Так, далее в комплекте идет Т-образный вороток. Также он служит удлинителем 250 мм. Тоже указано KingFest TD и Chrome Vanadium. Это материал изготовления. Здесь переходника на 3 восьмых нету. То есть обычно вот такой переходник в Т-образном воротке еще и служит как переходник с 3 восьмых на 1 вторую. Здесь переходника нет такого. Далее удлинитель под квадрат 1,2 125 мм. Также присутствует два удлинителя 50 и 100 мм под квадрат 1,4. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Так, отверточная рукоятка идет в комплекте. Ее используют, здесь у нас вот такие биты присутствуют. Биты прессованы в головку, есть биты торкс, шлицевые, шестигранные и крестовые под квадрат 1,4. То есть большой набор. Также можно использовать, подключать сюда вот трещотку, будет такая вот реверсивная отвертка. Так, карданы 1/4, 1/2. Карданы скреплены не штифтами, не шурупами или болтами, а вот такие вот металлические штифты вставлены. Две головки свечные 16 и 21 мм. Так, в комплекте идут шестигранные головки, короткие, здесь их 30 штук, профиль шестигранный, вес головки 32 мм, 206 грамм. Тоже указан хром ванадий и размер головки. По шестигранным самый маленький размер 4 мм головка в комплекте. И самый большой я показывал уже 32 мм. Ну, как это выглядит с трещоткой. Так, биты, которые используются с квадратом 1,2.
Под них используется, есть такой держатель специальный. Вставляете нужную биту вам. И можете использовать или с трещоткой, или с Т-образным воротком. Набор Г-образных ключей, 3 штучки, вот такой маленький. Так, головки длинные. Здесь их 13 штук. Самая большая, самая маленькая 6 мм. Профиль шестигранный. И самая большая головка 22 мм. Так, по комплектации еще у нас есть здесь профиль торкс головки, профиль внутренний торкс. Самая маленькая это Е4. И самая большая Е24 профиль торкс. Так, теперь по кейсу. Кейс у нас идет пластиковый. Скреплен металлическим штифтом, две половины кейса. Вот. Сейчас закрою набор. Кейс, металлические замки, запирание, здесь вы видите King STD, по бокам вот такие вот накладки, тоже из пластика, то есть вот блестящие накладки, ну а здесь King STD тоже у нас логотип. Кейс рифленый, черного цвета, пластик, ну я бы не сказал, что он прям жесткий, но и не мягкий, что-то среднее. Вот такой инструмент полупрофессиональный. Обратите внимание, кому нужен недорогой и качественный инструмент. Рекомендуем к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.